Эй, кто любит танцевать? Я люблю, но иногда мое тело не делает того, что я хочу. Ну, может быть, тебе нужно узнать его немного получше? Что ты имеешь в виду? Раз – зуб, два – зуба, раз – нога и две ноги, один – рот, один – нос, и по 10 пальцев на руках и ногах. Два – глаза, два – уха, чтоб смотреть и чтобы слушать, голова и две губы, две руки и два бедра. Давай руками хлопать, пальчиками щелкать и стучать ногами. Давай танцевать с нами. Два локтя и два колена, ты сгибай, как хочешь. Две руки звезду достать, руки в боки и плясать. Тряси головой и носом крути, дергай плечами и ноги чеши, и улыбайся, кружись и кружись, телом двигай, не торопись. Давай руками хлопать, пальчиками щелкать и стучать ногами. Давай танцевать с нами. О, да! Вот так отлично! Давай руками хлопать, пальчиками щелкать и стучать ногами. Давай танцевать с нами. Давай руками хлопать, пальчиками щелкать и стучать ногами. Давай танцевать с нами, с нами. Мы пытаемся выяснить, в какой мы сегодня форме. Ого! А нам можно тоже? Конечно! Попробуйте! Что за фигура сегодня ты? Сегодня я буду круг. Колесо обозрения, будильник я. Буква О и узор, горошек, ура! Я круг сегодня, и как же мне хорошо. Что за фигура сегодня ты? Треугольник я. У меня три угла, я палатка в поход, и сладкий рожок, и даже инструмент. Ура! Я треугольник, и как же мне хорошо. Неважно, какие фигуры мы, овал, треугольник, звезда. Мы все важны и любимы мы, с нами жизнь красок полна. Что за фигура сегодня ты? Сегодня я прямоугольник. Четыре стороны, да и я журнал. И классики, телевизор тоже. Ура! Я прямоугольник, и как же мне хорошо. Пентагон, гексагон, сердце или октагон. Что за фигуру не выбрал ты, фигурами ты окружен. Что за фигура сегодня ты? Сегодня я простой квадрат. Четыре стороны, доска для шахмат, и окно, и плитка на полу. Ура! Сегодня я квадрат, и как же мне хорошо. И как же нам хорошо. Так нам хорошо. А
теперь узрите сенсацию, покоряющую нацию. Внимание на числа! Одна вилка, одна ложка, голова, солнце и луна. Две ноги, две ступни, в две ладошки хлопай ты. Три поросенка и мышки три, четыре райских птички. Ура всем числам от одного до десяти! Ура всем числам, эту песню пой и ты. Пять пальцев на руке, пять чувств и пять йо-йо. Шесть ног у пчелы, кексов тоже полдюжины. Звезд на небе тоже семь, а осьминогов восемь. Ура всем числам от одного до десяти. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Девять клеток в крестиках, десять кегль в боулинге. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вперед! Ура всем числам от одного до десяти. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Сестренка, хочешь научиться плавать? Да, пойдем к родителям. Давай попросим родителей научить нас. В бассейне вместе мы освоимся чуть-чуть. Нас научите вы плыть, а не тонуть. Ложись на спинку ты, на воде держись. Как лодочка плыви, плыви, по воде скользи. Плаваем, плаваем, дыхание задержи. Ныряем под воду, словно мы моржи. Давайте пускать бульбы. Как весело! Ножками работай, делай вверх и вниз. Ровно-ровно их держи, к носочкам распрямись. Класс! И про руки ты совсем не забывай. Движения по кругу делай, плечи распрямляй. Плаваем, плаваем, в бассейне вместе мы. Поздравляем, вы теперь пловцы. Спасибо, было классно! А я правильно сейчас делаю? Да, все отлично! А давайте кто быстрее? Вокруг бассейна! Как весело! Плаваем, плаваем, в бассейне вместе мы. Поздравляем, вы теперь пловцы. Как я рада, что научилась плавать! Да, плавать так классно! Ноа, Джи-Джи, пора домой! Одну минутку, друзья! А вы ничего не забыли? Когда вы приходите домой, самое первое, что нужно сделать, это... Помыть руки! Моем, 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 и микробы уберем. И с водою вместе смоем мы скорее. А теперь ты... Теперь ты! Багги! Багги! Время мыть руки! Моем,
Моем, моем, моем, моем, трем, 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 трем. И водичкой смоем, и водичкой смоем. И вытрем их, и вытрем их. Ты права, Гиги. Моем, моем каждый пальчик со всех сторон, со всех сторон. Трем мы друг от друга, трем мы друг от друга. И готово, и готово! Молодцы! А теперь пора начинать готовить ужин. Джен, а ты ничего не забыла? Моем, 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 моем. И микробы уберем. И с водою вместе смоем их скорее. А теперь ты! А теперь ты! Мойте руки!